Всем огромный привет! И сегодня мы с мамой, точнее мама, будет готовить у нас беляши. И сосиски. И сосиски в тесте, да. Беляши у нас будут из фарша какого говяжьего. Ну, сосиски из сосисок, да? Беляши у нас едят взрослые, а сосиски дети. Дети у нас беляши не очень любят кушать. Попробуем. Начнем тесто. Значит, тесто самое простое. Это вода, соль, сахар, мука, дрожжи. Вот у меня были старенькие дрожжи. Я их развела. Добавила сюда водички и сахар. Вот они тут запенились, такие хорошенькие. Надеюсь, поднимется. Вот, так вот. Вот. Теперь воды. Воды где-то 300 грамм. Ну, я чуть побольше беру. Потому что вот так вот. Обмоем все это. Теперь соль. Ну, соль опять это по вкусу, я еще попробую. И сахар. Соль, сахар. Вот. Теперь сейчас размешаем соль, сахар, дрожжи и будем потихонечку всыпать муку. Муку я заранее просеяла через сито. Вот-вот. Где-то здесь у меня приблизительно 0,5 кило. Ну, посмотрим, как будет. Замесила я тесто, поставила на теплое место, пока оно поднимается. Теперь надо делать фарш. Я взяла две луковицы, натерла их на терке. Теперь добавляю фарш сюда. Ну, а фарш обыкновенный, соль, перец и лучок. Вот на любителей можно побольше луковицы, ну, можно поменьше. Вот. Еще бывает туда добавляют картошечку. Вот. Вот мы кладем фарш. Но мы без картошки. Но мы без картошки, да. Теперь добавляем перец черный. Можно еще специи добавить, но в этот раз мы не будем. Вот, и соли. Вот. Теперь все перемешиваем. Вот, и еще маленький ингредиент. Поскольку у нас тут говяжий фарш, вот. Он такой суховатая говядина. Вот. И говяжий фарш хороший. Вот, без жир. Я туда добавляю еще вот ледяная вода. Вот поставила я водичку в стаканчик в морозилку. Ну, забыла тут, она замерзла прямо. Вот, видите, такая вот. И вот потихонечку вот эту ледяную воду буду добавлять для сочности, как бы. Чтобы такой он был нежненький фарш. Вот так. Почему именно ледяную воду? Ну, технология такая вот для фарша. Такая технология, не знаю. Обычно, как вот мясники, они всегда добавляют. И в магазины добавляют фарш, кстати. Ледяную воду. Ну, они холодные, да, они всегда. Как бы вот. Потому что. Говядина, она суховатая. Если была бы свинина, то, конечно, бы не добавлять туда ничего. Она жирная. А поскольку говядина, видите, он такой вот. Угу. Сейчас посмотрим. Вот, посмотрим, как его сейчас. Отбивать и смотреть. Вот так же, как на котлеты его отбиваешь. Абсолютно. Вот так вот. Наверное, чуть-чуть добавить. Она когда будет в беляшах, она как бы получится как бульончик. Можно бульончик, в принципе, добавлять. Ну вот, чуть добавить, вот она ледяная. У нас ПП. Да. Правильное питание. А, правильное питание. Не, ну почему это куриный бульон, то он же так. Видите, он такой.
оставаться. Ну, я потому что не жирные. Нет, не жирные. У нас не жирные беляши. Если можно такое слово еще применить к беляшам. А и на самом деле мы так будем делать, потому что я их обжаривать и буду в духовке. Я их не буду сильно на этом на масле жарить. Mm-hmm. Поэтому. Ну, значит, у нас ПП беляши. ПП беляши. Можно добавить. Еще не растаяло. Так по чуть-чуть добавлять. Вот так вот. Все. И вот пока еще тесто не поднялось особо, вот я сейчас его обратно в мисочку положу, накрою и в холодильник, и пусть там холодильник у нас там сколько, плюс 3, вот будет там лежать. Настаиваться. Ну и настаиваться, и вот так вот. Потом снова вытащу, посмотрю и уже буду соль добавить. Воды-то добавили? Угу. Все. Видишь, она какая эластичная становится. Вот. Все. Все. И холодильник, да. Тесто поднялось. Теперь делаю такие лепешки. Я их не раскатываю, а буду их просто лепить так вот. Сейчас разложу фарш и. И получится это самое. Будем лепить. Фарш у нас тоже уже настоялся. Уже, да, фарш у нас настоялся. Вот так и буду их. Побольше его положу вот так вот. Побольше. Мясо побольше. Да, мясо побольше. Так вот. Так вот их. Я не раскатываю. А почему не раскатываешь? Да, возиться. Так, все равно же их залеплять. Это же... Ой, сколько? Много мяса. Еще осталось. Сейчас еще вот тут вот. А там у нас осталось на сосисочке. Угу. Остаточки. Сейчас добавим сюда. Пахнет, как чувствуешь? Угу. Вкусным таким. Нет, тут я так. Сейчас я руки сложу. Вот. А теперь будем их защеплять. Мы не полностью делаем, а делаем дырочку. И эту дырочку мы сразу будем обжаривать в этом самом. Вот она. Вот и смысл его. Это сам так вот берешь, раз. Дырочка. Как манта. Вот. И эту дырочку мы будем сперва обжаривать в этом самом на сковородочке слегка. Как раз кладем, она как раз схватится, и сок не выходит. А потом уже мы его будем доводить до кондиции в этом самом. Духовки. Потому что а вдруг детки будут кушать. Ну, да. Вот так вот. Еще. Вот так вот вытянул. Вот так раз. Дрожжи были старые, не особо поднимались. На беляши пойдет. Да. Угу. Сейчас нагреется масло, сковородка, и мы так их слегка обжарим. На большом огне, да? Да. Сразу кладу ее. Дырочкой вниз сразу, да? Сразу дырочкой. И она сейчас горячим схватится, чтобы не вытекал сок. Угу. Вот. И укладываем на противень. А в духовке сколько будешь запекать? Ну, 20. Посмотрим там как. У нас 15-20, но у меня уже духовка разогревается. Угу. В разогретую духовку при 180 градусах на 15-20 минут. Вот такой большой беляш. Угу. Прям мужской. Вот видишь?
Они быстро схватываются, да? Угу. Подходила. Вот они. Вот он, весь схватился. Угу. Вот. Вот он. Угу. Вот. А потом еще больше подрумянит уже в духовке. Вот чувствую, это все подгорает, нужно уменьшить. Угу. Так вот. Красота. И вот такая вкуснятина у нас получилась. Стояла у мамы полчаса в духовке, да? Вместо 20 минут. Вместо 20 минут, потому что мама говорит, что плохо пропеклось. Но тут мяса много, поэтому да. И 20 минут. Сейчас пока посмотрим, что у нас внутри получилось. И вот такая вкуснота, прям с бульончиком. Да, мы туда. Вот она, видишь, пропекла. Вот такая вот вкуснятина, да? Вот такой вот сочный. Да. А мальчики наши? Сосиска. Ждут вот что. Сосиска. Сосиски в тесте бабушка еще. Мама еще накрутила, да? Никак не дождаться. Жарко. Жарко, да. Не в кирпёк. А вот наши сосиски. Это не в кирпёк. Вот наши сосисечки. А чем-то маслом их мажешь? Вон там уже приоткрылась. Горячая. Не, не горячая. Это уже не втерпёшь. Не втерпёшь никому, да. Поэтому вот видишь. Вон одна там лопнувшая. Ай. Всё. Да, чтобы тесто мягкое было. Ну, хотя бы тут бесполезно, конечно. Ну да, сейчас равно будет. Ну, покрасивее. И вот такие вот у нас получаются сосисочки. Так что вот такая вот у нас вкуснятина. Всем уже не втерпёшь. Так что будем сейчас кушать. Надеюсь, вам такое видео понравилось. И всем приятного аппетита. До новых встреч.